17, 16. О, я себя слышу. Ты не слышишь себя. Окей. Как ты можешь себя слышать, я ничего не менял. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Привет, Газфлэш. Да, теперь тебя будут называть Дудосом. Мне нормально. Ну, я даже не знал, что ты никол какой-то код-то стример. Ну, Гном — это стример Харстоуна, насколько я понимаю. Я его в топе видел несколько раз. Я просто не прыгаю во все сейвы. Я абсолютно нигде не затормозился сейчас, просто идеально. Китай с реверком, да. Да, что-то я не знаю. Я что, я молчу? Я согласен, ты нигде не затормозил до того момента. Хороший рандом выпадет на последних экранах. Аж. Ух ты. Я не попал. Или не выпадет. Ну, это был слишком манящий рандом. Я не мог просто не прыгнуть в это. Очень близко. Ты уже прыгнул достаточно высоко, ты просто летишь и смотришь, что произойдет дальше. Будет там рандом шарик или нет. То есть там уже как бы, то есть
есть момент, когда ты уже не, ну то есть еще шарика не видно, но сейчас сформулирую. Еще шарика не видно, ты прыгаешь. А ты уже должен прыгать. Да, и ты прыгаешь, и шарик появился, а ты уже не можешь вернуться. Да, я понимаю, я знаю. Ну, в смысле, я не помню. Ну, я играл, типа, соло в этом месте. Я не помню, нужно его проходить, нет. Ну, там действительно неприятно. Обычно все нормально. Да, соло надо снизу, потом сверху. Come on. Чего? Все порядок? Да. Много потеряли времени. Больше 10 секунд. Хотя бы фландры надо туда вдвоем, что ли. Ну, это типа, чтобы в ноль. Ну, в такой. Чтобы на ней еще не потерять. Саша. Неправильно. Нельзя за два цикла одному, походу, здесь никак вынести. Чего нельзя? Можно. За два? Да. Одному? Да. Ну, за один можно двоим пройти. Значит, за два цикла можно одному пройти. Нет, что-то бред какой-то. Так математика работает. Нет, ты про... Я про последний этап. Не, про третий. А, про третий не знаю. Может, и нельзя. Умирать не надо на фильме. Это было рискованно. Чё-то ни хрена в плюс не ушли. Ну, вроде. А, на несколько секунд по сегменту, буквально секунд на 5. На, там, на 4 даже. А какое вообще время? Другой момент скажу. Сплит 8.05. Фландры именно. Ладно, не важно. Never lucky. Окей. Стабильные даже первые прыжки.
Я на этом тупом нидогейте умер, ну, который с шипами дополнительно. Там ведь не надо гейте. А, ты про... Bad Apple, я понял. Ой, я мог взять сейф. Ой, возьми сейф, пожалуйста. Я взял старый сейф через мгновение после того, как я, ты взял новый. Я так отгадался. Угу. На вот этом я умею. Второй идет всегда сложнее. Пожалуйста, не надо брать сейф. Так, не брать сейф, да? Бери, сейчас, нет, не бери пока. Все, можешь брать. Все сработало. Я двигаю. А, да. Теперь я замедляюсь. Еще одна. Небольшие лаги были, ты не перезапускал игру? Перезапускал. Может быть из-за этого? Не, перезапускал, говорю. А, перезапускал?
Важный сейф. Дохрена отыграли. Больше так фейлиться невозможно. Минус 2.33 холдсплей. Ну, вроде как в прошлый раз. Я не помню, как в прошлый раз. Ну, голдсплит, ну, как правда, он может быть очень маленьким, но я не знаю. Ну, на, не, ну, судя, ну, вряд ли маленький, это он большой. А, тот раз же лак еще был тоже, да. Превью сегмент минус 2.15. А, ну да, ну золото. Я не понимаю, как посмотреть, сколько именно по сравнению с лучшим сегментом. Нет такого. Не показано. Оу. Ну он снайпер. Привет, цифры. Надо было... Знаешь, что заметил? Он когда говорит свои фразы, у него анимация именно, ну, типа, как будто он реально говорит это. А в оригинале Чуриках не было такого. Откуда анимация тогда? Не знаю, может из какого-нибудь рем... Окей. Может из какого-нибудь ремейка, типа того, не знаю. Или из какой-нибудь сюжетной миссии, там же были какие-то анимации вроде. Типа там задание когда. Ну не знаю, ну типа резет тут не будем, потому что в плюс, если в плюс не ушли, то в принципе. Ну плюс еще там куча чего лучше можно. Ну типа все равно не на ВР идем. Ну, в общем, да. Да. Я сегодня не иду, червяки. Причем у меня тоже. Вау, я нашел супер сейфовую страту. Отлично. Да, прыгаешь под осла, я помню. Я себя слышу. Блин. Почему ты раньше себя не слышал? Не ушли. Ну, глобально. Сколько у нас сейчас? 19.43. А, минус. Минус 47. О, ну сейчас мы не уйдем, сейчас выиграем кучу времени. Мы с первого раза этого босса прошли. Не-не, это же не было ПБ. ПБ старый. Разве? Да. Сейчас 10. Нет, мы не, вообще-то слили на дементе. Вообще-то ПБ сейчас ровно. Чего? ПП час ровно. Ну да, час 10, в смысле, час 10 секунд. А. Да, очень понятно сказал.
отыграем, говоришь, да? 6 минут? Ну там не... Ну блин, ладно, сейчас узнаем, сколько мы отыграем. Ну там 26-17 был сплит. Ну потом легко будет улучшить, если что, на четвике. Good. Блин, надо на эту измененную атаку новую, короче, строту придумать. Я уже, у меня есть мысли. Я просто пока прыгаю. А то она... Нет, просто... О, так. Ладно, потом. Так. Да. Меня первым. Да. Угадал. Она плохое в эту выполнила. Ты умер? Да. Тащи. Ты первый раз на этой атаке? А, нет, ты же проходил. Чё первый? В коопе ты первый раз на этой. Да. У меня выглядит, будто ты выполняешь самые неоптимальные. Охренеть, рассинхрон очень-очень большой. Ты прям из центра волны прыгал. Но они довольно быстрые. Традиционный пост от Снапа о том, что новый кооп легче, чем старый. Минус 4.01. Нет, почему? А, я могу? Ну, я могу, наверное, могу. Иди дальше, я могу. Но у меня все равно нет смысла дальше. Я могу, но не хочу. На не процент пибил, да, вот здесь по хрена, да. И сейчас потеряем. Это какой-то новый фейл, раньше мы так не делали. Всегда чему-то новому учишься со временем. Ну да, спидраны. Все циклы плохие, судал. На этом экране все циклы плохие. Нет. Ну вот наверху хороший цикл. Ну, это был хороший и плохой цикл. А я что-то прыгнул, на самом деле. А давай ты вперед, иди вперед. Ладно. Но это не важно, все равно я тебя жду. Сейчас просто жми направо. Вау, окей. Не-не, все, надо бэкап страты использовать. И я что-то делаю неправильно. Ты идешь на кнопочку сейчас. Да, надо на кнопку нажать будет. Надо пройти экран, как обычно. Все. Только не все, а еще надо на ту кнопку нажимать. Так. Ну все, я восстановился. Все, как обычно. Первый раз ты, кстати, зафейлил этот
скилл. Да. Не, ну значит в самом начале я фейлил тоже. Точно так же. Да ё-моё, всё, хватит. У меня теперь нервы возникают каждый раз, когда я прыгаю на сейф. Бесит. Психическая травма. Блин, ладно. Мы же никогда на этом экране не фейлимся. Нужный сейф. Ты давно, ты обычно фейлишься в самом начале, вообще-то я обычно в самом конце фейлюсь. Почему ты мои страты используешь? Ненавижу этот прыжок. Ты не нажал на кнопку. Сделай ресет. Блин. Я за кадр, наверное, до нажатия нажал ресет. А мне даже не надо торопиться ресет нажимать. Абсолютно не надо. Можешь поставить там 3 секунды. Пожалуйста. Good. Good. Спеешь? Я верю. Не мега знает про скип шмкт, но он, мне кажется, ему не под силу просто пофиксить. Ну, либо ему слишком лень копаться. Ну, он просто занят другими вещами. Ну, как бы этот скип, он по сути, он именно только на спидранах используется. Если ты просто играешь в игру, там, да, то есть какие-то игроки будут просто играть, то они, ну, этот баг вряд ли встретят, да. Так что, как бы, ну, имиджу игры это как бы не мешает. То есть это не забагованная игра, которая при обычном прохождении у тебя там ключит, да, постоянно. Ну, именно... А про что сейчас говорят? Про скип шмкт. Угу. Ну, это довольно сложно обнаружить, да. Ну, хотя, по сути, его Ферал случайно обнаружил. Что, он истерика, что ли, была? Ну, да.
напугался. Да. Раз зафейлили после того, как стали использовать новую быструю строту, кстати. Я держал это в память. Секретку не забудь, кстати, что берем. Хочешь новую строту на секретку испытать? Я да. Ее только что придумал. Что-то не... Stop doing this! Oh my god, я рано прыгнул. Давай, соберись сюда, я верю в тебя. Так скоро я тоже фейлить начну. Блин, придется тебе ГГ прыжок. А сам подумай, формально ты вынуждаешь меня сделать этот экран 3 раза без ошибок. Подряд. Блин, новый трюк, смотри. Ладно, не важно. Не здесь. Что не так? Вот так. Я тоже. Блин, я думал, ты взял. Ты же сам FPS один и тот, что-то. О, я выжил. Ты сказал, для самого FPS это не страшно? Почему я не могу сделать этот скип больше? Невозможно скип. Себе урон. О, отлично. Окей. Okay. Делаем быстро скип. Нет. Ты вроде поздно стрелять начал. Наверное. Но это, по-моему, невозможно. В смысле, надо больше урона нанести в первые 2. Я не знаю, может и возможно. Я стою у антенны, заметь. И тебе рекомендую. Сейчас он ракету выпустит, ты умрешь. Какую ракету? Вот эту ракету. Ну, можно убить его сзади. Блин, мы твоим живы. Откуда это прилетело? Они совсем офигели. Очень плохой рандом выдал, ты видел? Я такого вообще не встречал. Вот этого я никогда не видел. Ну я не знаю, оно синхронно было или нет, видел, как оно полетело? Это долбанный паттерн. Ну, сюда, это да, вообще ни разу не там... паттерн. Это ни разу там... не паттерн. Иногда там надо прыгать, да. Очень высоко.
Что значит прямо в него прыгнул? Если бы я стоял, я бы умер. Конечно, я прыгнул прямо в него, просто старался перепрыгнуть. Но не вышло. Если бы я стоял, оно бы задело. Ты умер? Блин. Ну. Я просто не знал, что делать, рисовать или нет. Ты говоришь, что ты умер, потому что там рисоваться надо было. Дар, стример. Я не могу, у меня нет доступа к моему аккаунту на Твиче. Окей, ладно. Хорошо. Мы ничего не потеряли. Что? Это серьезно. Мы очень много потеряли. Мы потеряли 4 секунды. Ключ на тебе. Мы потеряли 4 секунды. Ладно, неважно. Хорошо, играем дальше. Не дезморалимся. Так, а если я умру на Сонике вдруг, то что? Я добиваю Шмакозы. Если смогу. А если ты умрешь? Ну, я умер. То ресет еще раз делаем то же самое. Ну главное, чтобы мы оба на Сонике не появились. Нет, невозможно. Ну, в смысле, может это возможно, но я не знаю, что будет в этом случае. Еще раз. Ну, сейчас узнаем. Ну ты сразу на Сонике прыгаешь. Да. Кстати, первый раз мы зафейлились на этом баге. Да. Я на самом деле очень плохо представляю, как это Шмакозы работает. Я обычно умирал, я всегда почти умирал. Я вижу, как ты собираешь эти предметы, но анимация... Да-да, я играю нормально. Я уже собрал, я сейчас ее дамажить начну. Ну, я говорю, я вижу сборы этих предметов, анимацию сбора даже вижу. Я нанес ей один урон. Ну, полезно. Ну все, последняя атака. А, я умер. Нет, я не умер, лол, я по старой стратегии прошел ICU. По старой стратегии. Так, стоп, а что сейчас будет? Подожди, мне еще вторую фазу. Все, все нормально, все будет. Все. А, да? Да. Сейчас просто жди, ничего, не рисается, ничего понял. Не делай. Не, я жив, так то. Да-да-да. Ты сейчас не можешь умереть уже. Можешь не пробовать. Ну, теперь мы потеряли 44 секунды. Не, ну на Шмакозе можно... Один раз, все.
Да. После каждой монетки резет. Лучше только в начале. Я на сейве. Я далеко. Понял. Хай. Если далеко, ты можешь остановить. Не, я не знаю, до сколько. До хая я взял на сейве. Все, я взял на хая. По-моему, все что ли? Да, все. Оу, я Грейс, там очки Грейза получил об эту штуку. Скоро бомбу получишь. На! Это моё. Чтобы не исчез, бывает. Вау, это был сейчас супер расчет. Я выключил платформу, и ты прыгнул от воздуха. Да. Я знал. Не появилось. Сейчас все время, да? Нет, сейчас тоньше, чем обычно, я тут лучше вижу, у меня же... У тебя синхрон еще не так. Что-то я давно этот сегмент не проходил. Да, уже там твоя очередь 10 раз. Не, один раз мы вместе, кажется, прошли недавно. Опять. Ты не даешь мне мою очередь восстановить. Ага, ага, подлагивает, но не так, конечно, как в тот раз. Ну, всегда, не-не, то, что немножко подлагивает, это абсолютно нормально. У меня так же было. А вот, типа, окей. Супер лаги, это не, необычно. Что за скип-страты у тебя? Я помог тебе нажать на платформу. Оу. Ресет. Что? Сложный прыжок, чё? Да, это та самая понерпленная диагональ. О мой бог, это было так близко. Я могу взять здесь сейф, кстати, здесь он есть. Типа, сразу через стенку. Не знаю зачем. Можно показать зрителям мышек. Ой. Что, там есть сейф? Да, ну, для экстра. Почему мне иногда прошел второй прыжок? То есть он все сейвы экстра убрал, кроме этого? Но по-моему, эти сейвы странно работают теперь. Они работают только если у тебя есть телепорт. Я не знаю. Ну да, логично. Ну, то есть это, конечно, какое-то говнорешение, но логично, по крайней мере. Типа, да, это сработает тогда все правильно. Угу. Нет, не совсем. Потому что если... А, вот. Если у одного игрока есть телепорт, а у другого нету, и другой игрок технически не может получить телепорт, то второй игрок может получить телепорт вместе с первым. С помощью этого сейфа. Вау.
раз дроп. Чё-то я на краешек приземлился. Неважно. Больше задержку надо делать. Я не знаю, как ты находишь опасности на этом сейве, но хорошо. Не, ну я вроде не умираю, но каждый раз смотрю, приземлился, блин, пиксель от шипа. Ну, следи за алайном тогда. Надо Crime and Punishment пройти. Ну да, я проходил. Ну ты немножко офигеешь от него по сравнению с этим. Да ё-моё. Ну я в Камиле третий на эту штуку вижу, всё. Ну, Камиле третий это почти как здесь. Не-не-не, она намного быстрее. Но в оригинале там вообще жесть. То есть... Хорошо. Ну то есть К3 там изи по сравнению с Crime and Punishment. Я так и понял, ты при любом удобном случае упоминаешь, что прошел Crime and Punishment, значит это что-то стоящее. Упоминание? Ну вот, я не могу сделать скип. Я первый раз, кстати, по-моему, умер, да, здесь. Ну мы, ну да, но мы умирали в начале, когда мы не могли запрыгнуть, потому что цикл был паршивый. Mm-hmm. Буквально на прошлом забеге. Да. Что? Окей. Отлично. Кто там, я не знаю. Кто прыгает, тот включает. Окей. У тебя задержка, что ли, большая? Да, в голове. Кто прыгает, тот включает. Почему ты так всегда делаешь что-то? О, боже мой. Спокойно, спокойно, без истерики. О, нет. Невозможный экран. Как ты это проходишь? Думал, успею все-таки цикл, и не успел ни хрена. Да блин, что-то... Да...
Успеваем? Ладно, сейчас узнаем. Да, конечно, нахрена времени. Ну. Аж. А, ты. Для Дементию с первого раза нахрена. Окей. Не нужен, не нужен. Не важно, я тоже умерл. Сейчас идем, только 14 секунд, сейчас что-то там такое. Какой? 52-42 сейчас. Okay. Хотел запас, тебе запас. Ну да. Можно даже завафлить на драку. Да, давай. Окей, все. Запас исчерпан. Проходим сейчас. Он звезды третьего. Хочешь посчитать, сколько мы должны проповерить первый фаз просрать? 51? Хорошо. Мы вместе этим занимаемся. Хорошо. Начнем с правильного. Начал с самого говна. О, отлично. Да это жестко, ну чё, он офигел, что ли? Всё. Дальше просто. Это ж хорошо, когда он начинает с плохого. Мы сразу переживаем и забиваем. Нам хотя бы стрелять не надо в этот момент. Он опять всё сделал. Хорошо, что это были не собаки в лице. Ой, солнце на тебя, звезды на меня. Да? Да. Звезды на тебя. На меня? Да. Нет, на меня, на меня. Почему я так говорю? Я туплю. Вот сейчас что делать, я не понимаю. А, вот то, что ты сделал. Ну не знаю, что-то как-то не по плану немного пошло, но главное, что живы. Ну да. Сейчас 55 минут. Ну. Они взрываются. Да. Давай со сложной. Быстро. Налево идём. Оценку налево. Окей.
как же это тоненько было, ладно, покажи мне. Я умер. Помнишь, как ты на Сонике? Вовремя сказал, конечно. Чуть раньше надо было. Сап 58. Сейчас узнаем. Если ж МКЗ сработал, там ничего не прошло, мы возьмем Н, и все будет хорошо. А, надо же сплит только дойти. Прыгни в портал. Все хорошо. Фух, 57-49. Гэ! Какой ВР? 52 или 49? 49-43. Надо стараться. Но 100% еще очень улучшаем. Да, у нас был сплит, кстати, на Дементе. Потому что мы вдвоем спамили в конце. А, и смотря, мы даже фейлили. Мы фейлили вначале. Два раза, да? Мы потеряли секунд 30. Не, ну понятно, Дементи это такой же, как и на Энни, поэтому можно просто лучший сегмент посмотреть, типа, ну, с Энни. Ну ты говорил ведь, ты ведь Ферлу писал, что там типа 4 что-то. 4.30, 4.40. Ну, да. Я не помню. Привет, Defender. Ну что, 2 ПБ, нормально. Да, мы побили BBF-а, насколько я понимаю. Да. Но они что-то не бегают, у них плохой забег. Ну, в смысле, улучшаемый. Плохой, неправильный забег.